Российские власти не будут наказывать главу Чечни Рамзана Кадырова из-за конфликта вокруг Wildberries. Как сообщает телеграм-канал «Верстка», об этом рассказали источники, близкие к президентской администрации и силовым структурам. По мнению одного из источников, несмотря на то, что Рамзан Кадыров в начале октября пообещал объявить кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы, темы горячего межнационального конфликта на Кавказе в повестке нет. Как пишет «Верстка», такую же позицию имеет представитель одного из кавказских регионов в Совете Федерации. По его словам, санкций для главы Чечни из-за конфликта не последует. Сенатор уверен, что Рамзану ничего не будет, потому что связываться с ним федеральной власти себе дороже. При этом Москве не нравится ситуация в Ингушетии и Дагестане, где наблюдаются волнения. Как отмечают телеграм-каналы, эту информацию подтвердил и топ-менеджер госкомпании, работающий с управлением внутренней политики президента. Кремль не хочет обострения ситуации на Северном Кавказе, но и установок по ее сдерживанию нет.